Уже завтра в Минске начнется чемпионат Европы по фехтованию среди спортсменов не старше 23 лет. О том, чего ждать болельщикам и как готовятся команды, расскажет Ярослав Писаренко. Активную работу ведут не только организаторы турнира, но и спортсмены. В глаза бросается одна особенность. Ребята из разных команд тренируются вместе. Под одной крышей белорусы, британцы и грузины. Противостояние в фехтовании начинается только на соревнованиях. На тренировке все отлично общаются и делятся друг с другом ценным опытом. Все вместе занимаемся, мы у друг друга учимся. Еще раз скажу, что белорусская школа фехтования очень сильная. Надеемся, что они поднимутся на те же ступени, на котором они были раньше. Но в первую очередь для белорусов это ответственный вызов. У себя дома важно показать класс и не ударить в грязь лицом. Что касается организаторской части, то тут все более-менее ясно. Минск не раз доказывал, что способен успешно принимать соревнования самого высокого уровня. А вот нашей молодежи только предстоит показать себя, хотя настрой у команды боевой. Я думаю, что вот этот сбор, который мы проводим, он... Ну, повлияет на наше успешное выступление. Я очень сильно надеюсь на это, потому что мы провели действительно хорошую работу. Вот. Поэтому, да, мы волнуемся, но ждем с нетерпением. Хорошее настроение, не волнуюсь. Желаю, чтобы все было, конечно, хорошо, все выступили. Будем ждать медали, как всегда. Конечно же, хочется получить медаль, желательно первое место. Особых медальных задач ни у кого нет, хотя понятно, что домашняя сторона априори находится под давлением. Другие команды предпочитают говорить о своих целях сдержанно и без громких заявлений. Прогнозировать так не можем. Посмотрим, как спортсмены подойдут к этому моменту. Напомним, чемпионат Европы по фехтованию до 23 лет стартует 20 апреля. Первые бои начнутся 21 апреля в столичном дворце спорта.